все круто, Лабутнанги нас тепло встретила, дети счастливы, мы счастливы, нам все нравится, все классно, всем спасибо. Очень хороший мастер-класс, мы разучили некоторые движения, которые мы не знали. Все радостные сейчас, всем очень хорошо. Сейчас всем раздают призы. Все сейчас бегают за призами. Чтобы из Салехарда попасть в Лабытнанги, необходимо на пароме пересечь Великую Сибирскую реку Обь. Именно этим и занялась наша команда в последний день своего ямальского турне. На другой стороне реки нас ждали очередная красочная церемония, хлеб-соль, народные песни и, конечно же, мастер-класс для маленьких любителей волейбола из уютного города Лабытнанги. Лабытнанги, зимний восход, Лабытнанги, холод круглый год, Лабытнанги, весело живет, Лабытнанги, песенки поет. Лабытнанги, Лабытнанги, хочешь лыжи, хочешь санки, хочешь лыжи, хочешь санки, Лабытнанги. Наше счастье постоянно, нет кокосов, нет бананов, только лыжи и олени в Лабытнанге. Замерзает чудо лимана, замерзает кому старший брат, замерзает вся моя семья, Лабытнанги, лучшая земля. Лабытнанги, Лабытнанги, хочешь лыжи, хочешь санки, хочешь лыжи, хочешь санки, Лабытнанги. Наше счастье постоянно, нет кокосов, нет бананов, только лыжи и олени, Лабытнанга. Скажи что-нибудь мне. Привет. Оп, молодец. Я. Опа. Конфета. Слышишь, там девчонки валят опять по жести вообще. Мне страшно там принимать от них. Сейчас что-то будет, ребята, опять. Посмотри, как она целится, ты посмотри просто. Эй! Тихо, тихо, эй, ребята, ребята, спокойно, 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 держи. Кому еще не досталось? На, держи себе. Почему меня бросили там на одного на растерзание просто детей? И они чуть меня не унесли. Конечно, пойдемте. Где ваш фотограф? Юля! Куда она делась? Конечно. Все очень сильно понравилось. Факи вообще крутые, молодцы. Я очень рада, что в наш город приехала такая замечательная команда, как Факел. Когда-то мы уже ездили много в Уренгой и видели с тобой команды. И очень рада были видеть их в нашем городе. Также очень было приятно то, что они провели нам мастер-класс, показали какие-то упражнения новые, которые мы тоже будем использовать в своих тренировках теперь. Это было очень круто, для нас просто честь. И было позаниматься с командой «Факел». Ага. И еще мне очень понравилось, какие они большие. По 2 метра. Я бы хотела бы тоже быть волейболистом, как команда «Факел». Одно из мероприятий нашей поездки прошло, как всегда, замечательно. Организация хорошая, дети счастливы, довольны. Когда дети счастливы, мы тоже счастливы. Молодое поколение подрастающих волейболистов, надеюсь, подчеркнуло что-то интересное с этого открытого мероприятия. Вот надеюсь, что в будущем отсюда выйдет много хороших волейболистов.